Книга, учебное пособие Инна Светлова «Домашний логопед». Представлена программа развития правильного звукопроизношения, речевая гимнастика, упражнения для правильного дыхания, развитие фонетического слуха, закрепление и автоматизация звуков, задания с наглядными картинками, формирование четкой и внятной дикции. Букинистическое издание, книга поддержанная, в хорошем состоянии, баловался, видимо, ребенок. Содержание, все страницы читабельны, в хорошем состоянии. Книга предлагается в приемлемой цене на аукционе, размещенной в Семишок.ру. Автор книги Инна Евгеньевна Светлова, опытный педагог-методист, много лет посвятивший изучению и разработке программ подготовки и адаптации детей в школе. Ей принадлежат методики, направленные на всестороннее развитие ребенка в дошкольные годы, что делает переход в школьной жизни естественным и бесстрессовым. Занятия по книге автора успешно проходят в дошкольных учреждениях и младших классах начальной школы. Очень подойдет для заботливых мам, в общем-то, не только мам и пап, родителей, того, чтобы дождаться первых слов своих деток. В общем, книга поможет просто заговорить вашему ребенку и сделать его речь правильной.